Здравствуйте, коллеги. Наш пресс-центр retail.ru на выставке World Food продолжает свою работу. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте. Меня зовут Виктория Бурматова, директор по маркетингу торговый дом «Мое лето». Это две производственных площадки. Компания «Агроинвест». Мы находимся в центре России, в Калужской области. И компания «Агрогрипп». Тоже практически в центре России, в Тульской области. Мы крупнейший производитель овощей и грибов в России. Расскажите, пожалуйста, вот я уже вижу у вас прекрасные томаты. Есть какой-то, наверное, секрет, как они такими получаются? Вы говорили, что есть какая-то специфика выращивания у вас. Вы знаете, на самом деле весь секрет, это, наверное, я, может быть, скажу банальную вещь, но весь секрет в отношении людей к своему труду и к тому, что мы производим. Когда создавалась компания, была задача показать людям и накормить людей, и дать возможность выбора российскому потребителю хорошего отечественного продукта. Вот. И мы создаем его уже, вот Агроинвест компании почти 5 лет на российском рынке. Очень рада, что у нас есть возможность сегодня выставиться на World Food, встретиться с нашими друзьями-партнерами, потому что в период пандемии мы все уже друг по другу соскучились в профессиональном смысле. У нас 53 контракта с федеральными сетями, и мы сегодня все практически вот... Ну, по максимуму стараемся общаться и рассказываем не то, что о своих секретах, рассказываем о том, что мы создаем, и создаем мы очень много. У нас порядка 25 гибридов томата и очень много. Здесь одна маленькая часть, я бы с удовольствием вам показала все, приглашаю на наш стенд. Всех. Да, хочется сказать всем зрителям, что огромное количество продуктов было принесено, просто в кадр не влезло все, просто, наверное, нужно обязательно прийти к вам на стенд, чтобы посмотреть... Что интересно у вас еще есть? Знаете, на самом деле это наша большая гордость, что мы можем российскому потребителю предложить разнообразные виды томатов, огурцов, зелени, баклажан и грибы. Грибы у нас вообще уникальный совершенно продукт, потому что мы первые в России получили знак «Органик». Это официальный знак Министерства сельского хозяйства России с учетом тренда на здоровый образ жизни. Мы рады, что мы можем людям это предложить. А по томатам я специально вот взяла вот такой вот шейкер. Здесь четко написано, что «Мое лето без границ». И в этом, наверное, концепция нашего бизнеса, потому что мы, во-первых, круглый год дарим людям возможность потреблять вкусную и здоровую продукцию. А во-вторых, у нас лучшие сорта со всего мира выращены в центре России, поэтому у нас очень большой ассортимент, рассчитанный на совершенно разные потребности и на желания потребителей. Лучше, наверное, не скажешь. Мы пожелаем вам удачи на нашей выставке и надеюсь, что ваш павильон посетят огромное количество ритейл-представителей, которые по достоинству оценят. И в конечном итоге по достоинству вашу продукцию оценит уже конечный покупатель. Спасибо большое. Вам спасибо большое. Всего доброго.